В Иванове прошли соревнования по спортивному ориентированию «Открытое сердце». Для нашего региона это первые состязания в данном виде спорта. Поучаствовать в них решились 65 человек в возрасте от 12 до 55 лет. Соревнования были посвящены чемпиону России по рогейну на лыжах 2011 года Алексею Горшкову, который умер в прошлом сентябре от рака. Год спустя отец молодого человека учредил соревнования его памяти, которые должны стать в нашем регионе ежегодными.